На площади перед Домом культуры молодежи выстроились 28 бойцов. Это мужчины из разных районов нашей области. И до сегодняшнего дня их жизнь не была связана с армией, но теперь все они в статусе военнослужащей. Владимирцы подписали контракт с Министерством обороны, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. У меня родственник там погиб. Вот. Ну и хотелось бы не то, что отомстить, просто хотелось поддержать его. И всех родственников, чтобы знали, что не просто так отсиживаюсь, за кого-то прячусь, а иду сам, по своему желанию. Никто меня не заставлял, никакие другие причин нету, просто хочется. Отправляют бойцов по традиции в торжественной обстановке. Рядом родные и близкие. А напутственные слова ребятам сказали представители военкомата, ветераны боевых действий, общественных организаций и органов власти. Сегодня время защищать наше Отечество. Сегодня уходят парни, у которых не просто осознанный выбор в глазах, а у которых этот осознанный выбор подкреплен неустрашимым желанием это делать. Отмечу, на этой неделе во Владимире в зону СВО всего отправили 46 человек. Всех обеспечили необходимым обмундированием, и теперь им предстоит пройти подготовку в учебных частях. И только после этого их допустят к участию в специальной военной операции.